Владельцев холодного оружия обяжут регистрировать и ставить клинки на учет. Федеральный закон, регламентирующий процедуру, вступил в силу с 1 июля. Согласно ему, граждане России, получившие и владеющие определенными видами боевого клинкового оружия для ношения его с военной формой, обязаны в течение 2 недель с момента получения зарегистрировать его. Напомним, что раньше закон позволял носить и хранить боевое холодное оружие, в частности кортики, без регистрации. Данные граждане, которые получили данный вид оружия, обязаны в двухнедельный срок подойти по месту жительства органам Росгвардии, подать документы для получения соответствующего разрешения на право хранения и ношения с военной формы. А что касается ранее переданных до вступления в силу настоящего федерального закона и унаследованных отдельно боевых видов холодного клинкового оружия, то есть кортика, то им дается срок 3 месяца.